голкипера. Прошел тот парень футбольную школу. Удар Амиралиева. И это гол, друзья мои. Отличный перехват, можно решать, и четвертый мяч оказывается в сетке ворот голкипера команды Ахцах. Здесь прострел и без особого сопротивления пятый мяч отправляется в сетку ворот голкипера команды Ахцах. Счет 5-0, ждем начала второго тайма. Амиралиев вновь направо. Тащит сам 55-й номер, но здесь финт у него не удался. Передача, удар и великолепный сейв от голкипера в исполнении команды Ахцах. Ибрагима верхом все-таки увидел подключение от партнера. И сейчас такое ощущение, что не футбол, а собачку, так называемую в простонародье, в квадрат играют футболисты команды Пресси. Удар здесь штангу попадает 75-й номер команды Ахцах. Здесь уже включились футболисты команды Ахцах. Можно решать, и забивает седьмой номер команды Ахцах. Удалбеков. Передача в центр. Здесь нашли они все-таки подключение Амиралиева. Нужно искать возможность для удара. Сангурбеков, удар, и Белиссимо 6-1. 6-1. Думаю, скорее Сангурбеков будет исполнять. Разбег, удар, и тащит голкипер. Амиралиев. А что здесь? Решит ли? Решит ли? Решает. Седьмой номер становится автором дубля в сегодняшнем матче. Бабаханов Эмир убежал, оторвался. И перехват, выход 1-1, удар. Но здесь голкипер на месте. Вот это да, какой сейв в исполнении вратаря команды Прессинг. Проходит здесь передача, можно решать удар, но вот это да, какой сейв. И тут тащит голкипер. Видимо, дал себе слово не пропускать этот седьмой мяч. Благодарим команды за игру.